я прочитал откровение Козырева по поводу заседания Совета Безопасности, на котором присутствовал. Козырев такой был министр иностранных дел, может, кто не помнит, в 90-е годы. Вот он, значит, откровение еще по поводу заседания Совета Безопасности, на котором они все время обсуждали, что нужна какая-то национальная идея. То есть нет, другая, но не коммунистическая, только другая. Потом сказали, нет, любая идея, это тоталитаризм, это не то. И было сказано, ну пусть деньги станут нашей национальной идеей. Сказали, да, это самое лучшее, что может быть. Так вот, если говорить об этом с точки зрения социальной, социально-политической, то предложение сделать деньги национальным идеей тождественно предложению сделать Россию криминальным государством. Ибо только в криминальном государстве деньги могут быть идеей. Это первое. Если рассмотреть это с точки зрения метафизической, то это, конечно, религия Золотого Тельца. А религия Золотого Тельца, она основана на жертвоприношениях. Она без жертвоприношений не существует. Это Бог, который требует детей. Да? Мы можем пересчитать количество поголовья свиней в России, но не можем пересчитать, сколько миллионов у нас бездомных детей. Что произошло? Гражданская война? Что такое? Но ведь это уже давно все так происходит. Уже нельзя сослаться на кого-то одного. Это вот такая вот ситуация. Это мир Золотого Тельца. Значит, это криминальное государство, это Золотой Телец. И, наконец, давайте посмотрим на это, ну, значит, с точки зрения экзистенциальной. У нас есть дети, мы что, готовы их продать? Каждый предмет имеет количественное измерение. Я знаю массу людей, которые готовы продать своих детей, хоть на органы и так далее. Я наблюдаю эту чудовищную деградацию общества, ведь не все. Людьми-то остаются те, кто не готовы продать детей, любимую женщину, какие-то свои ценности. Ну пусть они разные, вот пусть у тех, с кем, кто будет смотреть эту передачу, они совершенно разные. Но какие-то есть, что-то-то есть. Если ничего нет, это уже не люди. И, наконец, это не есть мой любимый философ и метафизик, но в данном случае я не могу к нему не апеллировать, потому что он впервые ввел этот емкий образ, Рене Гнон. И он сказал, что это царство количества. Есть царство качества и царство количества. Вот царство, в котором все на продажу, это царство количества. Итак, мы живем в мире Золотого Тельца, в мире, где все имеет вещественный эквивалент, в мире, соответственно, строящем криминальное общество и государство, и в мире количества. Этот мир не жизнеспособен. Он сам себя уничтожит. Те, кто его создали, прекрасно понимают, что это ликвидком. Это нестабильная ситуация. Если это такой мир, то к каждому министерству можно добавить ликвидация того-то. Но главное тут не в министерствах, не в власти, которые очень любят оплевывать, а в обществе. В каждом из нас, в социуме. Нет социума. Социум держится на невещественном. Вы банду не можете нормально сформировать без невещей, без идеального. Вот эта сицилийская мафия, она же формировалась на каких-нибудь идеалах, там, римской, там, империи. Да? Ну, в конце концов, на крови, да, собственной. Но там же тоже было что-то идеальное, да, там, любимая земля сицилийская и так далее. Не возможно без этого ничего сформировать. Ничего, никаких общностей. Власть нельзя сформировать, она очень скоро превращается в террариум единомышленников. Да? Девочки, против кого мы будем теперь дружить? Что сплачивает? Все рассыпается. Мир рассыпается, из него уходит дух, как только дух уходит, форма тлеет. Мы существуем в этом тлении. Я не убежден, что в России сегодня существует общество. Пусть мне это докажут, что это общество, что это общество есть мнение. Это разорванные социальные среды, совершенно разные. Какой у них консенсус? С этого голодного не разумеет. Есть консенсус между, так сказать, обитателями швейцарских вилл и, так сказать, бомжами, копающимися в помойке. А в чем консенсус? Все готовы умирать за Россию? За какую Россию? В чем образ? В чем идеальная? В чем коллективная личность? Всего этого нет. Раз этого всего нет, так сказать, у этого крайне печальная судьба. Это-то и называется регресс. Когда начали уничтожать коммунизм, кому-то он не нравится, кому-то нет. Все знают, что мне он нравится. Но так вот предположим, что он мне не нравится. Неважно. Но это было нечто, что было прикреплено как-то к вашему телу. И когда начали выдирать это, то выдирали таким способом, что разрушили все. Способы эти называются карнавализация жизни. Да? Все, что было хорошо, говорим, что плохо. Все, что было плохо, говорим, что хорошо. Бандиты было плохо, говорим, что хорошо. Шмелев прямо сказал. Или там, что Чубайс сказал. Наворовали, и слава богу, может быть, их внуки будут порядочными людьми. А может, не будут. Да? А почему они, собственно, будут?
Все vice versa, наоборот. Это значит, все люди, которые были моральные, это идиоты. Все люди, которые были безнравственные, это замечательные люди. Да? Ворюгам не милее, чем кровопийца, писал Бродский, крупный наш поэт. А почему или? Ворюга или кровопийца? Я вот представляю себе, так сказать, ворюга и кровопийца. Значит, эта ситуация фактически обрекает страну на регресс. Она умирает. И у этого был аналог. Аналогом этого является, конечно, Римская империя времени упадка. Римский мир в периоды упадка, когда, считая варваров раи, акростихи слагают в виде событий уже под вечер павшего порядка. Это Верлен. Как спасся Рим? Он же спасся, вот этого люди не понимают. Он спасся за счет христианских катакомб. Вот рассмотрим катакомбы как социальный феномен. Отвяжем их от христианства, от чего угодно. Это была контрэлита, это люди, которые от скверны отстранились. И что? Константин взял их, они удержали Рим. Потом возник Папа Римский, который помешал превратиться Риму в сообщество банд, называемых королями или феодалами. Сохранилась Византия, сохранилась вся история человечества за счет наличия катакомб. Значит, если в России есть катакомбы, они и есть технология, они и есть ресурс. Мы не знаем их, мы не изучаем их, мы не смотрим на этот рельеф, а там ресурс. Что вместо этого сейчас предлагают? Призвать иммигрантов такой или другой волны. Почему? Потому что уже понимают, что все основное сгнивает. А где этот социальный массив, который можно призвать извне? Ведь это же не только наша проблема. Это проблема Прибалтики какой-нибудь, да? Или Армении, где дашнакцутюны, так сказать, существующие, там, существовавшие элиты АОТ очень долго бодались между собой, потому что они были местные, другие были. Это вот сейчас наступает это. Заметьте, некоторые политологи все время начинают говорить, давайте привезем эмиграцию. Конечно, в оккупационном обозе приезжают интервенты, рядом с ними приезжают эти иммигранты, а под ними все остальное быдло, как они говорят. Либо мы найдем в себе эти катакомбы и будем иметь мужество их востребовать как неиспорченный ресурс, а либо это будут наземные оккупанты и их приспешники, которые, конечно же, будут выполнять роль насмотрщиков при этих хозяевах, роль копов в концлагере, в которой превратится страна. Других альтернатив я не вижу. Но одну, которая могла бы все спасти, я вижу. И прецеденты ее использования были. Те, кто будут это связывать только с христианством, объясню, что другую, не очень, не предположим, так сказать, греющую мое сердце, но социальную альтернативу создали ваххабиты, еще одну старобрядцы. Их много, таких катакомбных систем. Они создаются, они охраняют свои ценности, они говорят вокруг скверно. Но мы будем. Что, старобрядцы мало сделали для России? Они очень много сделали. Они не стали фактором решающим, они стали большевики. А что такое большевики? Это катакомбная секта. Слава Богу, что она была секта. Если бы там была партия, все бы погибло, все пошло бы распыл. Но она была секта. То есть достаточно накаленная, сплоченная социальная общество, на которую упала разрушившаяся власть, истлевшее основное общество. И она начала это все поднимать назад. Поэтому катакомбы – это технология, и это социальная надежда. Я других надежд не вижу, потому что процесс, с моей точки зрения, именно регрессивный, то есть такой, как я описал. И он создан давно, он создан с момента, когда начала наша интеллигенция, убивая коммунизм, рушить идеальное вообще. Поэтому на вопрос, кто это сделал, можно сказать, вы и убились, вы все вместе. Элита спецслужб, которая так хотела освободиться от коммунистического ига, чтобы начать новую жизнь. Номенклатура, которая хотела сковаться для воровства. Интеллигенция, которая пошла на поводу у братков и всех прочих. И мещанский табун, который рвался только к тряпкам и жратве. И его спустили с цепи, и он побежал, и он растоптал все. Мы присутствуем при очередной фазе этого растаптывания и движения. Власть, общество, спецслужбы, элиты, все движутся в этом мутном потоке, как щепки. Остановить его и повернуть его могут только катакомбы или ничто.